А сегодня и завтра пройдет межрегиональный военно-исторический фестиваль «Огненные версты», посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. И одним из центральных событий «Огненных верст» должна стать историческая инсценировка битвы обороны Сибирского острога. Для нее будет построен специальный макет острога, а все участники облачатся в костюмы 16-17 веков. Всех, кто хочет посмотреть на это действо, ждут в детско-юношеском центре «Аванпост». Но ждут не только мужчин, но и милых дам, поскольку в начале 19 века именно девушки, можно сказать, перевернули мировоззрение многих сограждан. О воинствующих и преданных о войне и мире Наталья Жукова. Ротмистр Александров, он же первый в мире офицер-женщина. Точнее, она, Надежда Дурова. С детства маленькая Наденька была уверена. Человек рождается для того, чтобы исполнить свой долг перед Отечеством. При этом не важно, кто он, женщина или мужчина. Причина крылась в воспитании. Нянчил девочку денщик. С малых лет она сидела в седле и отлично стреляла. А вот балы ей были чужды. Хотя у отважной Надежды был жених, но семейной жизни предпочла войну. Без сожаления, попрощавшись с косами и дамскими нарядами. Была георгиевским кавалером, потому что она спасла во время боя офицера, отдала ему своего коня и оказалась посреди боя пешей. То есть кругом шла рубка, кругом была атака конная, и вдруг вот молодой мальчик шел прямо посреди этого поля. Достаточно скоро командованию стало известно, кто на самом деле скрывается за военным мундиром. Впрочем, девичью тайну раскрывать не спешила, и Надежда Дурова продолжила защищать свою родину в роли юноши-патриота. Еще одна удивительная женщина наполеоновской эпохи – Маргарита Тучкова. Историю ее союза с отважным и одновременно очень романтичным Александром Тучковым даже называют «любовью века». Родители красавицы Маргариты отказывались выдавать дочь замуж за военного. 6 лет влюбленные писали друг другу письма и дали клятву. Когда судьба будет благосклонна, они никогда больше не расстанутся. Поженившись, Маргарита одевала мундиры в качестве денщика, отправлялась с мужем в военные походы. Молила Бога о спасении супруга. Но Александр погиб под Бородино со знаменем в руках. Не осталось даже могилы. Не найдя мужа, она себе сказала: мы дали клятву не расставаться, я не уйду. Она осталась на поле боя. Почему? Потому что она решила построить часовню в память о муже. А позже построила храм Христа Спасителя и основала женский монастырь. Кстати, именно из его стен вышел знаменитый бородинский хлеб. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Сибинформбюро.